Так, ребята, оп, это какие-то вареники тут. Не, не про это. Привет, мои друзья. Смотрите, какая тут красотища у меня в тазу. Примерно 3 килограмма вешенки дикие из-под яблоневого корня 22 ноября 2024. Представляете, ребят, красотища какая, примерно 3 килограмма вот такой красоты. И вот этот корень яблони, они уже кушают лет 6, наверное. В общем, лет 6 мы уже собираем с этого корня вешенку. И главное, вот видите, кусочек корня даже уже влип сюда. И главное, никто не видит эту вешенку в центре Дмитрова. Ранней весной они появляются, и уже до самой осени. В общем, предполагаю, что они начали вылезать 18 ноября, потому что раньше мы ходили, не было ничего. И сейчас вот такая красота. Ну просто, ребят, это вот с этой яблоньки прекрасная вешенка, никто почему-то не замечает ее. Грибы очень вкусно. Я и деда Володьку тогда угощал летом. Собирали мы. Сейчас пошел посмотреть. Смотрю, есть. Ну, друзья мои, это к тому, что меня все спрашивают, что ты вот все, артефакты какие-то находишь, никто не видит. А ты видишь, ребята, почему вот эти грибы никто не видит? А я вижу. В общем, такая красотища. Сегодня будем тушить, делать грибницу, жарить. Ребята, в общем, такая красотень. Так что, ребятки, кушайте дикую вешенку. Все, всех обнял, приподнял, поцеловал.